Дорогие земляки, граждане Новороссии, именно граждане Новороссии, в этом году произошло знаменательное событие, которое не обошлось без жертв, к сожалению, которое принесло нам много беды, но, тем не менее, это событие действительно знаменательно. Знаменательно оно тем, что наконец-то простому человеку, гражданину, выпал шанс стать человеком достойным, достойным своей земли, своих предков, достойным памяти своих отцов. Сейчас наша задача устоять и не дать себя сломить. Я обращаюсь к гражданам Новороссии, не только той территории, которая сейчас является освобожденной от фашистской оккупации, но и обращаюсь к тем городам, которые сейчас еще пока находятся под гнетом киевской власти. Обращаюсь ко всем. Обращаюсь и хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, который, надеюсь, принесет нам совсем другие события, чем те, которые были еще недавно. Я надеюсь, не будет обстрелов, я надеюсь, не будет жертв среди мирного населения. И я уверен в том, что Новороссии быть. Я уверен в том, что честный человек будет жить достойно в своем государстве. В том государстве, которое мы с вами должны построить. Именно мы с вами, никто либо другой, пришедший извне или просто возникший ниоткуда, какой-то добрый дядя, который скажет, как нам жить. Только нам с вами, нам, каждому из нас решать, как нам жить, где нам жить. Жить мы должны в свободной Новороссии, в государстве свободных, вольных людей, по чести, совести, справедливости. Еще раз хочу поздравить вас с наступающим годом. И добавить от себя. Вот эти подарки нам в штаб принесли дети. Один из интерната, второй из школы. А сегодняшний день – это самые ценные подарки. Не государственные награды, не награды за боевые, потому что гражданская война есть. Гражданская война здесь не бывает победителей, бывает только жертвы проигравшим. А вот именно эти два подарка являются самыми ценными на сегодняшний день. Огромная благодарность детям и тем, кто их воспитывает. Это будущее свободного государства. С наступающим вас 2015 свободным годом. Божья, 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 Бож